большая скорость жизни, что мы утром провожаем ребенка в школу и вечером встречаем укладывание спать. И все. Наши дети нас не видят. На маму. Потому что вроде как она есть, даже фотографии где-то рядом, а самой мамы нет. Но, к сожалению, это в реалии нашей жизни. Поэтому я очень рада, что вот сегодня практически все мамы вы собрались, нашли время, несмотря на то, что я понимаю, хочется отдохнуть. К сожалению, у нас Вика приболела, поэтому нынче праздник. Нынче праздник, праздник наших милых мам. Этот праздник самый нежный. В ноябре приходит к нам, Милана. Нет конца сегодня. На нашем празднике сегодня не разрешается скучать. Хотим, чтобы ваше настроение имело лишь оценку 5. Милена. Мамам дарим цветок, букеты, яркие, воздушный красный шарик. Еще мы дарим песенку Демида. Теплее, а пирожки вкуснее. У мамочки любимой, у мамочки моей. У мамочки любимой, у мамочки моей. Thank you.
Материнский инстинкт работает.
Нет, чей? Вика была. Закрыли глаза. Истерики бьется, чей ребенок? Чей ребенок? Бьется в истерике. Так, редко плачет. Паша! Так, все, закрыли глаза. По-честному. Тишина. Тишина. Пойдем, Валды. Закрыли глаза, оставшиеся. Не может. Именно. Не искусственно вскармливание. Счастливый ребенок. Так, осталось трое. Закрыли три мамочки. Так, никто не угадал. Славик, мама сегодня работает, Слав, я тебя узнаю из тысячи. Так. Так, и теперь... Беги скорее, мама из тысячи узнает. Ну, а я, мама, очень хочу пожелать, чтобы вы там... Медведь. И вот сейчас наши дети сегодня получат.
дорогая, сладкая. Не успели дождаться. Помедленнее, помедленнее там. Да. Кто у нас здесь не говорит, здесь не говорит, да? Ой, очень колокольчик. У вас бусинка. Бусинка. Ой, сколько ж слов на вооружении? Так. Здесь кто у нас не говорил? Вот здесь. Лампомбырчик. Thank you.
Милая.